Всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео хочу вам порекомендовать группу косметолога. Если вы следите за собой и хотите сохранить красоту и молодость вашего лица и тела, улучшить состояние кожи и волос, тогда вам только сюда. Косметолога зовут Алена. Она дипломированный специалист с высшим образованием, имеет специализацию по косметологии, курсы косметолога, сертификаты, которые постоянно подтверждают ее квалификацию. Друзья, ссылку на группу я оставлю в описании. Хочу вам напомнить, что Елена принимает как в России, так и в Приднестровье, так и в Молдове. Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Григорий Лепс был прооперирован во Франции под общим наркозом. 57-летний певец перенес вмешательство на голосовых связках, которое стало уже третьим по счету за последний год. Во время отпуска он сначала посетил одну из парижских клиник, а после отправился восстанавливать силы на итальянский курорт Форте ди Марме. В Россию артист вернулся всего пару дней назад и уже 11 февраля намеревается возобновить гастроли. По аналогичной причине Лепс сложился под нож хирургу уже дважды, в мае и июле 2019 года. Тогда он объяснил, что операции, в силу возраста, являются вынужденными мерами, помогающими ему продолжать работу в бешеном ритме. Исполнитель заявил, что до сих пор, как и много лет назад, получает удовольствие от творческой деятельности. Однако признался, что не в его силах обмануть биологические часы, из-за которых стареют связки. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!